Саша и Сережа. Халыханка. Был лес. Был красивый лес, да. Там пели птицы. Да, водили еще косули красивые, зайчики бегали, лисички. Ёжики собирали в грибочки, яблоки себе в норку делали себе заготовки. Да, соловьи пели в мае. Мураши кушали гусеницу. Было отличное озеро с белыми лилиями. В общем, как на коврике. Чистое дно, видать. 3 метра одно, видать. Ну. И было там такие запахи вечные. Пели там птицы, да. Вот. Ёжики опять по второму кругу. Косули росли. Грибов. И было там озеро. Грибов, ягод много было. И это было все в лесу. Да. В чистом. Красиво. Красиво. Вот так не. Это вот некоторые телеведущие так рассказывают. Да. Вначале рассказывают, потом еще одно. Или каждый день одно и то. Ну, путаются. Надо быть профессионалом. Вот. И не терять суть. А вот в другом предложении слово суть уже можно по-другому использовать. Вот если сказать «аны суть», «аны потеряли суть», это другое дело. Да. Опять вам домашнее задание, дети. Вы должны написать слово «суть». И использовать его в разных жизненных ситуациях. Да. Написать в тетрадке в линейку. Вот, на всех страницах, и нам прислать. И кто лучше всех напишет самое красивое слово «суть»? Вот. Там была рядом деревня. Да. И рядом был другой лес. И он был коравый, там было все. Знаете, такое чинище, да, там только из грибов одни кобылки. Кобылки эти, вещелки, которые, знаете, воняют эти грибы. Вонючки, да. Вонючки, да. Эти, и почему? Но люди все ходили почему-то в этот лес. И кто приезжал, они говорили: вот вы в тот лес не идите, пожалуйста. А не идите в этот, да. Только угразный лес. И причем да. Это в основном. Уграбицкий идите, да. А в тот в этот Шмынканский не идите. Шмынканский не идите. Да. И в основном это говорили бабы. Да. Мужики, кстати, по секрету говорили, что иногда бегали, да. Да, но они же не возвращались. Говорили, история такая, что если туда, в этот лес пойдет мужик, то он никогда не возвращается. И было какое-то поверье, но они не хотели говорить, потому что многих из этой деревни забрали уже у дурдом. А поверье было такое, что... Ну, один пьяный рассказал, да. Да, что там вот на том озере, в том лесу, когда-то стоял хутор, и там жила бабка-знахарка, и она всех лечила травами, ну, чуть-чуть колдовала, видно. Да. Чуть-чуть магии знала. Вот. А потом... У нее была дочка красавица. Да, была дочка красавица, похожая на этого, на участкового мента. Вот. А он был женатый, и он не захотел... Огласки. И тогда, да, настроил всю деревню против этой бабки, и хату сожгли. Да. А что с той дочкой было? Никто не знает. Да, потому что там не осталось ничего, никаких следов. Метрики не нашли. Вот. И этот, кстати, участковый первый пропал. Да. Вот. И нашли только его планшет, где было накарабано слово «самодранка». Да. Это началось. Что, оказывается, как, в лесу живет... Да, какой мужик туда не самодранка? Ходил, да, то на их нападала какая-то баба. И она была баба-самодранка. Потому что она накидывалась на этого мужика, а они-то особо не... Очень охотчивая была. Вот почему-то вот есть мужики на баб накидываются, бабы, они... Получше, он не сопротивляется. Да. А мужика, вот заметь, а он никогда не стесняется. И никогда не сопротивляется. Женатый, с детьми. Вот она. В любом случае, мужик. Короче, мужика ты меч, это плевое дело. И хотели уже, и там, и на сельсовете говорили, спрашивали, что с ней делать. Уже думали, можно пойти поймать. Но, нет, один раз они пошли туда, но опять же. Не вернулись. Да, не вернулись никто. Только находили от их какие-то вещи, вот, и прижатый папоротник, или какой-нибудь муравейник прижатый, или прижатую травку. Следы, так сказать, от... Насильственной этой, вглубления. Вмячены. Да. Вмячены, от, как показала анатомическая комиссия, потом от ягодиц. От мужских. Да. Потому что с волосами. Вот.
И, ну, не сильно широких, потому что у мужик ширше, у мужиков плечи ширше, а тут это анатомия такая. Вот. Чтоб костюм было удобнее шить. Да. И, короче, вот пропадает. А что делать? Непонятно. Женщины туда не ходили, побаивались. У них тоже какое-то поверье было. Так они что сделали? Они прислали из города гипнотизера одного. И он, ну... И он в цирке его видели вместе. И он гипнотизировал. Да, и он всех мог гипнотизировать, чтобы бабу можно было распилить. Да. Ему дали пилу и говорят, иди загипнотизируй. Да, бабу самодранку. Да хоть и ногу отпили, да, чтобы не убегала от нас. И заплатили хорошо, потому что они наученные были, сказали, что. Дали там, предоплату. Да, что. Да, да, хитренько все поступили, что так ведь тебя может затмить, тебе глаза застить. Чем угодно. Ну. А гипнотизер этот, и он был голубой. И поэтому им было очень выгодно его послать, потому что он, как он говорил, на баб не реагировал. Не реагировал. Но они не знали, потому что он был, оказывается, голубой и активный. Вот. И он, оказывается, в детстве, у него, ну, первая связь у него была с женщиной. Были, да. И он это знал. И когда он пришел, то на него эта баба накидывалась. Она накидывалась, пошел ветер, да, прыгнула на его, и она сразу так, знала, опа! Куда поцеловать. Она знала эрогенные зоны. Она его поцеловала за ухом, и у нее сразу рекция. Вот. Это рекция, и она на его запрыгнула, короче. А у него было, у него встроено в пуговицу было датчик и скрытая камера. Вот. И что же там стало происходить? Она на него запрыгнула, короче, сделала свое нечистое дело. А он говорит, слушай, посмотри ко мне в глаза. А там получилось так, она стала смотреть ему в глаза и увидела, что его линзы заговоренные. И она языком так провела, и эти и линзы высосывали, да. И он, короче, стал сам как загипнотизированный. И он за ей пошел, схватился за косу, и она его повела. И она его отвела в одну пещеру. И что же оказалось в этой пещере? В этой пещере было очень круче, много мужиков, которые... Они все работали. Да, все стены были обклеены там бабскими фотографиями и на больших мониторах шла порнография. И чем, как они работали? Они работали, ну, этим мы уже рассказывали, это поклонники группы Нана, нанистами. Да. Вот. И они собирали, и эта баба, самодранка, собирала все это. Да, и все большой это чан. Большой чан. И она делала из этого какое-то лекарство, какую-то вытяжку. Мазь какую-то. Да, которую вводили потом одним актрисам, этим актрисам, и они становились моложе. У них пропадали, вставала торчком грудь, опять набухали соски, короче, и они становились помоложе. Во гормоны какие? Гормоны. Оказывается, этой бамы самодранки была подпольная лаборатория, косметологическая целая сеть. Мы не знаем, как называется. Ну вот типа как вот сейчас эти бывают. Флейм, ну, сейчас Рфин, говорят, там и всякие другие. Сейчас там, говорят, она процветает эта сеть. Да, это а баба у нее слово такое осталось самодранка. Да. Косметика самодранка. Да, и короче этот секрет ее потом вот этот по этой камере раскусили. Вот. А мужиковщик потом отправили по домам. И они еще целый месяц не могли свой супружеский долг исполнять. По диспансерам. Потому что были и на руках мозоли там с черта. Вот такая была история. Вот. А косметика популярностью пользуется, особенно да. На Западе. А мужикам нужно быть немножко более стойкими, да. И беречь свою честь.